Юстиция и НПО станут друзьями. Теперь каждый гражданин или организация сможет непосредственно принять участие в разработке нормативного правового акта. Сегодня так решили в ведомстве. Подробности в следующем материале. В целях повышения активности граждан государством принимаются меры по расширению влияния демократических институтов. В связи с этим Департамент юстиции Карагандинской области провел семинар-совещание на тему «Закон, залог, соблюдение прав человека». В совещании принял участие президент Казахской ассоциации предпринимателей Талгат Доскенов, также представители местных органов государственного управления. На данном мероприятии были рассмотрены изменения законодательства по упрощению процедур регистрации юридических лиц и состояния нормотворческой деятельности. Кроме того, были обсуждены наиболее проблемные вопросы в сфере регистрации нормативных правовых актов. И в то же время говорим, если департамент юстиции принимает тот или иной местный закон, должен быть внимательным к вопросу аккредитации местных ассоциаций. Вот и все. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.